Привет, надеюсь, ты отлично провел свое лето и теперь готов к плодотворной работе в новом учебном году. Ну а мы не теряли времени зря и приготовили несколько новшеств и изменений, с некоторыми из которых мы готовы поделиться с тобой прямо сейчас. Во-первых, теперь у нас новая заставка, которую ты сможешь оценить в опросе прямо под видео. Во-вторых, теперь выпуски новостей будут выходить чаще, нежели в прошлом учебном году. В-третьих, совсем скоро на своих экранах ты увидишь нового ведущего или ведущую. Не пропусти такой шанс, ведь это можешь быть именно ты. И, наконец, 12 сентября в 18:00 состоится медиапризыв. Подробнее о том, что же это такое, ты можешь ознакомиться в официальной группе Медиона ВКонтакте. Ну а теперь перейдем непосредственно к выпуску и о том, как же провели студенты свое лето 2016, расскажет нам корреспондент Александр Шилов. Здравствуй, Стелла. Ну что ж, мы присутствуем на линейке 1 сентября у Тверского политеха, и сейчас мы узнаем у старшекурсников, как они провели свое лето. Что бы ты сделала 32 августа? 32 августа? Не бывает, ничего бы не сделала бы. Наслаждался бы еще одним последним днем лета. Поспала. Я бы пришел на собрание актива. Пошел бы в универ. Искупался бы. Тусила. Гулял бы со своей группой студенческой. И остался дома. Начала бы купаться. Даешь студенчество! Спала! Собрала все свои учебники, чтобы посмотреть, все ли у меня на месте. Я бы продолжила отдыхать. Что бы ты сделала плохого этим летом? На камеру. Спала бы все лето. Я бы съездил в Питер. Очень много работала. Ничего. Не пошла бы на работу. Все было хорошо. Не знаю. Ну, я хочу очень прыгнуть с парашютом. Продолжил бы работать. Ничего. Ничего. Не знаю. Не съездил на море. Сколько килограмм шашлыка ты съела за это лето? Килограмм 5 точно. А я не ем мясо. Не ем мясо. Много. Килограмма 3, наверное. 8, наверное. Мало. 14. Много. На каждый килограмм золота на моем теле. 290, 35, 100. 37. Килограмм 200. А сколько раз ты был у бабушки в деревне? Один раз, но не в деревне. 18. Блин, всего два раза. А я с бабушкой живу? Я живу с бабушкой. 3. 1. Все летом. 0. Много, она рядом со мной живет в одном доме. 2. Килограмм 200. Ну а если ты первокурсник, то следующий сюжет прямо для тебя. 1 сентября, День знаний, или найди себя на видео. Традиционно 1 сентября, в День знаний, Тверской государственный технический университет встретил первокурсников ярким концертом и подготовил для них ярмарку студенческих возможностей, на которой были представлены все виды студенческих объединений. Осознали ли вы, что вы уже студенты? Нет. Нет. Да. Ну да, наверное, сейчас. Нет. Нет. Не могу. Что ты ел на завтрак? Яйца. Кашу. На завтрак? Бутерброды. Яичница, наверное. Долго ли вы готовились к 1 сентября? Я очень долго ждала этого. Наверное, где-то месяц представляла, как это все будет, какой это будет концерт. Недолго, всего пару дней. 15 минут. Вообще никакого. Какие твои впечатления от твоей учебной группы? Классные люди, все хорошо. Нормально. Да, я думаю, познакомимся. Группа хорошая. Я очень рада, что я в такой группе. Вполне классная. Я очень рад, там одни солнышки и крутые люди. Что ты будешь делать сегодня вечером? Наверное, погуляю с друзьями. Пойдем отмечать. Не знаю. Сегодня вечером, ну, думаю, скажу на тренировку и буду готовиться к учебе. Поеду к любимому человеку. Посижу с семьей. Хотел взять машину на прокат и уехать в Москву. К тому же каждый первокурсник мог запечатлеть свой первый день в университете благодаря организованным фотозонам. И вот уже второй год подряд студенческие кураторы радуют нас своими идеями. Что же они приготовили для первокурсников в этом году, смотри прямо сейчас. Прямо сейчас за мной стоят первокурсники, которые получают задания для квеста от педагогического отряда «Лифт» с их студенческими кураторами.
прямо сейчас передо мной стоит один из организаторов квеста для первокурсников. Итак, Тельфа, расскажи, пожалуйста, в чем цель данного квеста и немножко подробности о данном квесте. Ага, ну смотри, в общем-то, цель любого квеста в принципе, да, это разгадать какую-то одну тайну, да, прийти к определенной цели и выполнить по пути череду заданий. Есть задания от агентов, то есть от наших кураторов, то есть это также взаимодействие с кураторами, да, умение найти общий язык с разными людьми, да, умение разгадывать загадки, умение коммуникацировать с кем-то, да, и также... У нас они собирают частички одного пазла, собрав который, они смогут прийти на конечную цель. Хорошо, и ты сказала, что есть некий сюрприз, можешь нам раскрыть тайну? Что это такой сюрприз? Так вот, давай очень тихо и прям микрофон. Что же это за сюрприз? Это торт. Ну что ж, я очень надеюсь, что первокурсники дойдут до конца и получат заветный приз. Спасибо тебе большое за такое прекрасное интервью. И на этом мы заканчиваем наш 14-й выпуск новостей. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки и подписывайтесь на нашу официальную группу Медиона ВКонтакте. Ссылка будет прямо под видео. До скорых встреч! Все. Не забывайте нас комментировать, оставлять лайки.